Yeah, I wanna get the Rari, but I know it takes some time. Re-roll, shorty, light it up, you know you fine. Lo-fi with my five and I'm rolling. Выбирай все, что хочешь со склада. Ты можешь вообще выбрать все, что угодно. 20 самокатов? Привет, YouTube, меня зовут Петя Бондарь. И в этом видео я проведу день со своим подписчиком, который мне уже звонит. Да, Тёмочка, привет. Алло, да, я выхожу, стою на улице. Давай, я вот прям буквально через минуту буду. Давай. Как вы уже поняли, его зовут Артём. Он только сегодня приехал из Санкт-Петербурга в Москву. И вот я иду к метро встречаться с ним. Здоровенько. Привет. Знакомьтесь, это Артём. Почему я назвал это видео «День с подписчиком»? Потому что, Тём, ты когда-то же был моим подписчиком? Да, был. А теперь он райдер команды RideAction, ну, который вот по трюковым самокатам. Вот, такие дела. Сейчас мы первым делом направляемся на склад магазина RideAction, чтобы Артём, во-первых, заценил, какие там изменения. Вот когда ты последний раз был там, там что было? Ну, там особо ничего не было. Сейчас, короче, ты заценишь будущий магаз. И мне интересно твою реакцию посмотреть. И что-нибудь тебе на самик поставим. А потом сами увидите, куда мы поедем. Помогаем бабушке перейти дорогу. Отряд бы вам плюс бы за это поставили. Да? И пятерку. Все, спасибо большое. Спасибо вам, хорошей жизни. Спасибо и вам хорошего дня. Мы подошли к легендарному месту. Знаменитая вывеска ателье. Алло, привет. Никит, откроешь, плиз, дверь? Да, поднимаюсь. Я тут гостя привез к нам. Хорошо, иду. Давай. Ты не говорил, что приехал? Никите? А. Нет. Блин, такой маленький. Тебе сколько лет? 16. 16? Но уже смотрите, какой модник. На широких штанах, в вадиках, весь такой йо-йо. Че, девчонки, вот из-за того, что ты там круто катаешься, такой популярный чувак, тебе девчонки пишут? Пишут. Да? Опа. Ну что, пойдем магаз оценишь? Вот здесь прям, можешь открывать дверь и сходу врываться, да. Здорово, Паша. Но это пока так, ничего еще не повешено, это просто набросок, голые стены, там все такое. Уже очень круто. Тебе нравится? На люстру смотри. Короче, вот тут такой подоконник, под ним идет подсветка, и вот под этой штукой и над этой штукой подсветка. Ну, Тём, тебе как? Очень круто. Честно вот только. Очень круто. Что именно? Ну, красиво все. Все по кайфу? Да. Все по красоте. Идем дальше. А ты что делаешь, Паш? Руль пришел пилить. А, ты руль пилишь? А где руль? Дроповский руль? Это кому? То есть заказали дроповский руль, уже оплатили, и ты его отпиливаешь заранее. У нас есть такая услуга, если что, знайте. Рай. Вот сноу-скут, про который ты спрашивал, можешь посмотреть его. Это большой который. А тут меньше черный? Ну там типа лыжи меньше. Как на нем это сделать, Андрей, я не понимаю. Диан, привет. Привезли наклейки райдэкшеновские. Еще вот там много листиков. Тём, выбирай все, что хочешь со склада. Сегодня вообще твой день, но так, в пределах разумного. Чего ты говоришь? У меня бы только шкурочка. Вот. Посмотрите, какая скромность. Ему открытый вообще доступ и ко всей вот этой вселенной можно взять. Там, я не знаю, доску, чего угодно. Он говорит, мне бы только шкурочку. Тёма выбрал шкурку, красную, в сердце самокат. И так как он сегодня просто царь-батюшка, я ему сейчас наклею шкурку. Паша уже подготовил кому-то руль. Да. Вот интересно, кто-то сейчас смотрит это видео и видит свой руль. У него еще грипсы, да, в заказе? Или они просто тут лежат? А пацаны между делом решили сыграть в Game of School. Раз, два, три, раз, два, три. Складской гейм до 3 очков. Погнали. Нет. Что? Не может быть. Что? У Никиты 1, у Артемия 0. Никита разозлился сразу, видно. Я такой не умею. У Артемия 1, у Никиты 1. Напоминаю, игра идет до 3 очков. У Артемия 2.
А у тебя два, да? Да. То есть это заключительный сейчас загад. У меня руль поцарапался, можно новый взять? Нет. Давай. Давай, давай. Делаешь? На этом самокате врезался. Две попытки? Никит, две или три у него попытки? Три. Три попытки. Можно четыре. Тёма серьезно настроен, берет разгон. Третья попытка, заключительная. Не, ну как бы сделал. Давай, Тём, давай, брайчик. Вот не щади его прям. Да, брайчик? Я постараюсь. Брайчик. Называется лампы. Свой самокат взял. Лампы не сломай. Хорош, вообще круто. Два, сломай. На тебе два? Да. Счет становится два. Два. Тём, это твой шанс. Хил на грэпчик? Я? Ты вообще умеешь такое? Я могу, ну... Да что ты сюси-пуси, давай, готай же. Ой-ой-ой. Что там было? Нет. Так, ну давай, вип-пинкер еще раз вообще. Ну давай. Ну да, давай, вот сейчас ради Дианы, которая сидит вот там и наблюдает за этим геймом. Ради Дианы. На что Никита способен? Ради любви. Ни на что, видимо. Ай, это битва титанов. Интересно, вот кто первый сделает, тот и выиграет. Я просто старый уже. Ага. Пацаны разошлись вообще не на шутку. Ай, хорошо, Никита, красавчик. В чем твои прогнозы? Ну, я надеюсь, сделаю. Три попытки. Поехали. Хорошо. Хорош. Хил грэпчик забираю. Нас пешили чисто, красавчик. Все. Попробуй. Хорош. У меня... Это твоя задача сейчас за три попытки научить Никиту этот трюк. Давай. Давай, попробуй. Сразу мотивация какая-то. Хорошо, я попробую. Это новый для него трюк. По крайней мере, во флуту уж точно. Прыгни. О, только хил по речи. Вторая попытка. Ох, если ручка. Что нужно, рукой не? Рукой прям надо остановить. Третья попытка. Может, самокат поднять надо? Ну все, я проиграл. Было тяжело. Ну, в целом норм. Вы красавцы, пацаны. Тём, тебе нужен приз, да? Да. Носки. Вон, видишь? Много носков. Разных цветов. У тебя есть такие? Нет. Ты не говорил, да, когда я приз. Да? Ну вот. Два в одном, короче. Не пришлось еще один приз давать. Пойдем. А у тебя какой размер ноги? 43. 43? Значит, тебе нужен размер. Вот это 38-42 не подходит. Вот эти носки, кстати говоря, можете на Wildberries набрать в сердце самокат, и там будут эти носки. Какой цвет? Иди сюда. А, подожди, в смысле, какой цвет? Вот этот тебе цвет. 42-45, все. Спасибо. Верно? Вот этот тебе цвет. И вот этот. Подожди, это что-то... Без фигни, Ромки. Держи. Спасибо, Петя. Ты доволен? Да. Вот Никита отыграл в Game of Scoot, а на заднем плане стоит Диана такая, обиженная. То есть это ты вот так вип на фингер ради меня, Диана? Нет, смотри, вот сейчас в один кадр снимаешь. Ну? Чтобы доказать... Это вот ты скажи, ради чего? Это не ради чего, это ради того, чтобы доказать, что он у меня вообще всегда с первого. Так, Диана смотрит. Мы-то, понятное дело, но Диана первым делом смотрит. Давай. Ладно, обман был. Диан, что скажешь? Любит? Никит, что скажешь? Люблю. Шкурку Артему обновили, теперь надо обновить самого Артема. Чик. Вот такой вот он теперь крутой.
в новой футболке Red Action, черного цвета. Короче, когда откроется магаз, склад останется здесь. И тут будет типа интернет-магазин, а там наверху будет все в единственном экземпляре висеть. И поэтому мы купили рации, и через них можно... Раз, как слышно. Подписчики, вы меня слышите? Прием. А, вот тут? Прием. Вот такие вот пирожочечки. Также для будущего магаза тут уже лежит какой-то там принтер. Вот такая вот гламурненькая клавиатурочка с мишечкой. Братан, здорово! Здорово. Ты что пришел? Я пришел заказ забирать. Какой заказ? Гриф сапфироловый этик и шкурку. Дроп. Так, и где же заказ? Все уже в пакете лежит? Грифсики в пакетике, шкурка. А шкурка? Тебе сворачивать? Да. Все, держи. Сейчас всего. Здравствуйте. Я сегодня видеоблогер. А ты как про магаз узнал, расскажи? Из твоего YouTube-канала. Ёлки-палки, братан, респект. Вообще крутой чувак. Петя, я хочу кушать. Помню, последний раз тут был, тут вообще все было. Ни в чем себе не отказывай, все что угодно можешь купить. Вообще все, хоть 10 пирожков, хоть 50 там этих. Да, спасибо. Мы сейчас снимаем. Артём сказал, что не хочет кушать там, хочет обратно на склад, ему очень там нравится. И, Тём, я вот тебе вопрос хочу такой задать чисто. Ты когда за Raid Action начал кататься, магазин был у Raid Action? Да. Ну нет, именно вот магазин стационарный, нет, что нет. Приехать. А сейчас он есть, да? Сейчас, да. То есть это, понимаете, вот эта история, как типа с девушками. Я была с ним, когда у него еще ничего не было. Вот так же и Артёмик с Raid Action с тех самых времен. И главное, вот все, что сейчас происходит, это только начало. Ну, лично для меня это я так воспринимаю, я каждый раз так говорю. В общем, Паша, походу, взломал Пентагон, и теперь мы слышим голоса лифтеров. Слышно отвязку, да? Стоп, подожди, неправильно зацепили. Нормально отвязку. А если я буду говорить, они Сашу слышат? Йо, мужики, здорово, как слышно? Прием. Мужики, меня слышно? Прием. Походу, не слышно. В общем, мы с Артемиком покушали, и я говорю, хочется чего-нибудь сладенького. Спрашиваю ребят, у них нету, я вспомнил, что у меня вот там заныканы, вот коробка. И вон там коробка с шоколадом моим промодельным. Вот так вот он выглядит, упаковка. И вот тут, если вы присмотритесь, вот тут типа я руль держу, вот как от первого лица. И вот такая вот упаковка, вообще пушка. Вот тут написано Raid Action, тут типа магаз, всякие там путешествия, все такое. Короче, упаковку тоже прорабатывали очень долго. Тёма, короче, тут пользуясь случаем, сначала я такой, я только шкурку уже взял, тормоз, красные баренды Води, короче, все подрезал, говорит, всю жизнь мечтал, на тебе еще шоколад. О, футболку тоже там Raid Action на себе взял. Честно, да мне только шкурочку. Стикер, кстати, вот из этих вот наклеили ему на каску. Получилось без единого пузыря. Прям вообще секси. Артём пробует белую шоколадку с ананасом, без сахара. Очень вкусно. Вот прям по-настоящему. Прям по-настоящему. С чем сравнишь? Ну, типа, похоже на шоколад, который там Милка или Фигилка? Нет? Новый вкус какой-то. Но прикольно. Прикольно. Отлично. Я рад. Я, кстати, очень люблю вот эти шоколадки кушать с чаем, потому что они такие, типа, мягкие. И когда чаем запиваешь... Во рту тают так нежно. Это, конечно, ну, может быть, как реклама звучать, но я реально благодарен ребятам вот из Royal Forest, которые со мной замутили вот такую тему и согласились. И на открытии магазина этот шоколад будет раздаваться абсолютно бесплатно. Но я расскажу, на каких условиях. Это, друзья, вам не Литвин Энерджи. Это лучше. Литвин, понятие, прости. Я тебя, конечно, люблю, но шоколадки тоже неплохие. Тём, погнали в офис заценишь. Ты же там не был еще? Был. Хорошо, блин. Не был. Не, ну реально был? Да, был. Ну все, тогда неинтересно. Прошу вас, господин. Опа, спалил какую контору. Смотрите, это я чисто по приколу такие образцы сделал, колес дроп. Как вам, кстати, можете, пожалуйста, найти? Нужны ли вам вот такие вот? Вот, да, с прозрачным, смотри. Бабах.
Ни разу ни у кого я не воровал эти дизайны, сами понимаете. Тут всякие, короче, фигнюринки. Это мой гараж машинок. Это фургончиков коллекция моя. Это колесо, которого пока что нету в продаже. Дроп по Бондар про модель. Кстати, напишите тоже, надо делать еще партию или нет. Это Бондар, мое пиво про модельное. Хочешь баночку жахнуть, а? Мама Артема, если вы смотрите это шутка. Тут вилки, да, на 3D принтере и все такое. А вот там ты видел запчасть? О, кстати, мне интересно. Это мои бэушные запчасти, моя коллекция. Рули просто тонна. Вот это все титановые рули. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Колесики. Вот коробочка как бы лежит. Да, это Влада Дека бывшая. Это тоже не понравилось. Вон еще колесики лежат. Вот чисто так тилты просто вот лежат. Здравствуйте. Или вот эти туда просто. Ривер колесо просто лежит. Еще есть вот такая штука с колесами. Вон прото. Здрасте. Вот видео про вот это вот все, про вот эти детали, про вот те самокаты, которые вот там лежат. Я не знаю, видно вам или нет. Про вон там еще самокаты. Вон они стоят. Я могу снять отдельное для вас вообще изи. Разложить типа все вот тут, вот так по полной программе и рассказать про детали. Если надо, пишите в комментарии, что такое Артем. Я можно самокат посмотреть? Конечно. Какой? Мини? Я всегда мне очень интересно. Он очень крутой. Я бы хотел на нем покататься вообще. Тормоз, конечно, немножко ушел. Да. Это легендарный мини-самокат. Видео с обкатки уже набрало, по-моему, 500 000 просмотров. Будет оно вот здесь или вот здесь. Давай трюки с первой на мини-самике. Ну вот это сложно. Барчик. Крипчик. Ахильчик. Давай, как будто этого не было. Два хила, хорош. Брая дашь? Эти улыбку-то давят, а? Вот эту улыбку. Фулхил вообще, без него нам никуда. Хорош, хорош. Одно из, за что я люблю пипец Артема, так это за то, что он мне напоминает меня же в детстве. Я когда был пиндюком, я был один в один. Вот это мне что-нибудь... Я помню, я с папой гулял, он мне говорит, а вот это ты сделаешь? И у меня вот эта вот улыбка такая. И глаза горячие. Вот Артем точно так же. Я его спрашиваю, Брай, сделаешь? У него прям бешеная. Покажи, какая у тебя улыбка. Вот фронт такая брай. Вот улыбка. Это там все в своем мире. Фронт-брай какой-то у него. Я думаю, что их очень много. Очень? Очень. Сколько самокатов собрать можно вот из этих деталей? Что, 20? 20 самокатов? Блин, прикольно. Слышь, а может видео сделать, как я собираю максимальное количество самокатов из всех своих запчастей? Я отдаю подписчику. И отдаю подписчику? Ребят, ну вы, короче, все зависит от вас там в комментах, сами знаете. Он нашел, говорит, новые грипсы страйкер лежат. Да, я еще отложил фиолетовые грипсы Оди. На всякий случай себе в запас. Вилочка вот такая. Есть. Так, все без спойлеров, все делаем без спойлеров. Еще у меня есть идея, когда откроется магазин, тут будет мастерская стоять, ну вот тут или вот тут. Вот тут будут тоже всякие самокаты, тут, возможно, сделаем такую стойку. А вот тут я хочу, ну, я пока только думаю об этом, сделать типа трейд-ин. Вот и тоже напишите, пожалуйста, нужно ли такое делать. Типа, чтобы вы пришли и могли обменять что-то на что-то. Или, допустим, вы купили какую-то запчасть, старая вам не нужна, мы у вас ее там выкупаем за какой-то чип прайс. Вот, жду ваших мнений на эту тематику. Подставляй пакетик, подставляй. Розовенькие. Какие будут следующие, как думаешь? Красный. А вот и нет, зелененькие. Под цвет сандалий моих. Катай с душой. Фиолетовенькие. А синенькие еще не порезали, они вот там в рулоне лежат. Ой, и дроповские. Большое. Это ты будешь раздавать кому-то? Ну и себе. И себе и раздавать, да? Сегодня попросили тебя взять наклеечку. А, слышь, возьми еще эти пины. Есть, короче, еще вот такие вот значочки. У меня на рюкзачке такой. Покажешь? Вот вообще пушка на рюкзаке такой крутящийся. Вот такой вот пинчик. Давайте по сколько? По 5 штучек, но это на раздачу. Ну и себе давай, тоже. Давай. И, короче, сегодня на раздаче по всем фронтам. Так, 5.
Опа, грабеж, мне только шкурку, говорит он. Перемещаемся на следующую локацию. Берем каршеринг и едем в скейт-парк Рампстрой Хаус. Недавно Лео Петя увидел вот такую фишку. И теперь каждый день вот так вот. Телефоном треху флип делать. Это отдельный вид искусства. Просто по кайфу. Вообще так приятно. Алло. Алло, можешь выходить. Ну, сейчас, подожди, давай. Давай. Зашли во Вкусвилл, Арина хочет купить себе покушать. Артем, выбирай все, что ты хочешь. Ты можешь вообще выбрать все, что угодно вот с этих полок. Хочешь себе вон чайный гриб возьми. Нет, я знаю, хочешь что хочет. Че? Че? Да. А, хочешь пивка возьми после каточки, а? Он притворяется, он пьет, я знаю. Лёва, у меня куртка, да, такая уникальная. Купила в H&M в Европе за 1000 рублей. В общем, заходим в магазин, и я говорю, ну вы слышали, Тём, бери все, что захочешь, смотрите, что он взял. Пользуясь случаем, чисто взял круассан и воду. Ну, красавец. Подъезжаем, точнее, уже приехали к скейт-парку Рампстрой. Артемик готовится к лютой газке. Ну, как он мне говорит, сейчас такой трюк будет пробовать, что просто пипец. Откуда пошла эта лютая газка? Откуда? От Жени. От какого? От того самого Жени с прошлого ролика. От Жени из Краснодара, да. Который смотрит сейчас это видео, сидит да. Там, работает. Это от Жени пошло. Теперь все говорят, лютая газка, прикиньте. Привет. Хорошо, а твои? Отлично. Ты в моем видеоблоге, кому привет? Всем привет, кто смотрит Петю. Привет, привет, как дела? Привет. What's up? Я же ничего страшного не сказал. Пете Бондарю. Давай к нам! Насапник. Осуждаю. Здорово. Привет, Костерик. Тём, для тебя, короче, сегодня катание в хаосе бесплатное. Ты можешь проходить, вообще ни о чем не задумываться. Спасибо, я все проставляю. Арин, смотри, что тут есть. Красивая? Очень. Mm-hmm. Это Арина. Да, это Петя. Моя сестра. Здорово. Ком, ты готов? Раскатаешь ты эту. Чего ты? Слиту раскатаешь без защиты. Ты сейчас первый будем делать? Ну, да. Все, отлично. Ко мне подходит маленький мальчик и спрашивает, я Петя Бондарь, я ему говорю, нет. А он говорит, что я на него похожа. Ты как думаешь, я Петя? Заново. Да. А почему? Потому что ты на него похож. Потому что я похож на Петю, реально? А вот Петя, он вообще что, вот как проверить, что я действительно Петя? Вот какие отличительные черты? Ну, ты знаешь, парень, слава влево, у тебя есть магазин Райдекшн, короче, я твои мысли читаю. Хорош, братуха, ты вообще крутой чувак. Ты реально Петя Бондарь? Да, я Петя Бондарь, братан, я Петя Бондарь настоящий. И ты попал в видео, ты прикинь? Можешь привет кому-нибудь передать, кому хочешь? Ване Соловьеву. Ваня, привет! Вань, тебе привет, ты слышал? Все, давай, бро, респект, ты вообще крутышка. Я еще здесь умею прилетать. По брату. Могу показать. Ну, давай. Так а где? Че, трюки-то где? Давай туда заеду и вылечу просто. Ты вообще крутой, тебя как зовут? Даня. Ко мне подлетает Артемик и говорит, что он готов к трюкам с первой. Твой первый трюк. Торт лайпа это перелет. Давай. Второй трюк моего человека, с которым я снимаю день с подписчиком. Фронтборд вип вниз. Он сказал, что флэр сейчас сразу сходу делает. Давай хюрикейн бордбэклип по голдингу, то, что я сейчас делал. Давай, давай. Короче, Тёма после того, как сделал хюрикейн бордбэклип, он сделал такую штуку, с которой я выпал в осадок. В мои годы не было вот этого трючка, который типа как скутерфейки. А как этот трюк называется, когда вот доска? Ты не знаешь? Походу, комментарии будут завалены. Напишите, пожалуйста, нам, как называется этот трюк. Мы просто не знаем. Следующий трюк. Бордбэклип на випусе. Пошел, куда угодно. Ой, ой.
Ой. На этом рубрика «Трюки с первой» от Тёмы заканчивается. Вот так вот он как бы выбыл, это я его на самом деле поторопил. Сейчас мы поделаем просто чуть-чуть трючков с ним в стрит-зоне. И потом перейдем в скейт-парк. Кататься в стриту. Вот ты катаешься и в парке, и в стриту. Где тебе больше штырит и прет? Не, мне в парке, конечно, пока что больше нравится. Больше нравится? Да, я летать люблю. Но в стриту ты тоже иногда залипаешь. А почему ты в стриту вот катаешься? Ну, не знаю, нравится на перилах кататься, разнообразие. Я тебя понял, вообще красавчик, хороший. Флэр випчик. В Голливуде, здравствуйте. Ты кто такой, представься? Константин Козлов. Что делаешь здесь? Снимать приехал пацанов. Хорош. На этой ноте переходим в скейт-парк. Короче, мы пришли в парковую зону с Артемиком. Он сейчас будет делать трюки, ну и они будут, естественно, с первой, а я их буду просто снимать вот со стороны. В общем, Тёмик раскатывается, говорит, очень сильно дыхалка у него скачет туда-сюда. Трюки уже намутил просто бешеные. На камеру он, как всегда, скромный. И сейчас он будет продолжать где? В Уотере, да. В Уотере, в резиновом? Нет, в Бэнк. Вот отсюда сюда, да? Все, я снимаю. Я не раз прилечу, потому что я не раз еще не... Окей. Брайан три випа чисто с первого раза не сделал и чем-то недоволен при этом. В общем, я уже раскатался, я хочу для себя научиться full heel decay squat, это вот так вот. Всегда боялся, но сейчас можно попробовать. Попытка один. Чуть камеру мне не прошиб. Со второй попытки научился. На бар, на бар. Может, на файл уже пойдем? Пойдем. Секретного ингредиента не существует. Как? Не существует. Нет его. Никакого секретного ингредиента. Чтобы сделать что-то особенное, надо просто поверить, что это особенное. Называй себя Ягудза и носи с собой УЗИ. Даже если глаза сузишь, ты не станешь как Брюс Ли. Против моего приема пальцевый захват УЗИ. Ты не выстоишь, поскольку я читал книги Сун Цзы. Эй, это китайская школа, эй. Это японский стиль, эй, это китайская школа, эй, это японский стиль, эй, это китайская школа, эй, это японский стиль, эй. Короче, друзья, все вы знаете, что вот есть мой YouTube-канал Петя Бондарь, а есть YouTube-канал Ride Action, где Артём, Владик, Богдан и вообще вся команда Ride Action существует. Так вот, я Тёме сегодня утром говорил, что я ему дам спецзадание. Артём, да. Я тебе даю спецзадание. Вот тут у меня в кармане лежит GoPro камера. Я ее передаю тебе и даю задание. Я не знаю, какими усилиями Влада просить тебя, но вы должны сами снять влог самостоятельный. И вы, аудитория, если вы хотите, опять же, пишите об этом в комментариях, и вы его увидите на канале Ride Action. Просто снять. Монтаж на мне. Сразу взял такой.
За это тебе будет конфетка хорошая такая, уверенная. Это сложно будет очень. Китайская школа, эй, это японский стиль. Эй, это китайская школа, эй, это японский стиль. Чем ты красавчик? Че, парни, скажете, этот самокатер люто катается? Он лютый, блин. Реально? Да, он лучший, которого я видел. Да? А ты что скажешь? Нормально. Нормально? Пойдет с пивком? А вот у меня к вам вопрос, как вы себя чувствуете среди... Тут миллион просто самокатеров. Бро, ты видишь, я снимаю видео. Я разговариваю. И ты в камеру. Конечно, можно, но попозже. Вот как вы себя чувствуете? Нам очень страшно. Очень страшно. Вы безбашенные. Но не все... Я смущен, максимально все летают просто как лютые. Я не понимаю, что происходит. Они не видят, сколько они вихлов делают. Они потом на повторе смотрят, сколько они прокрутили. Нагадываю Артемику следующий трюк, два на выбор. Либо треху хил набрай на вип, либо треху вип на хил набрай. Треху хил на вип. Чего говоришь? Сейчас сделаю. Легко? Нет, я просто чувствую, что сделаю. Давай. Максимально. Медленно лететь, то есть там можно еще что-то вставить. И все. Три попытки ему понадобилось. Талант. Все. Снимай его. Представься, пожалуйста. Влад А4 на связи. Здорово, бро. Какое задание дали потом? Какое? Чего делать? Такое не умею. Я давай, хочу 360 вип на хил набрать. Что ты ему придумал? Чего? На вип сразу. Блин, как я люблю. Просто команда Ride Action, вот именно парковый состав, это просто сумасшедшие ребята. Просто говорит на вип сразу, еще ни разу просто не делал, уже сразу на вип. Я в шоке. Четыре трюки с первой. Короче, это было лютый краш-тест рулей дроп. Титановый руль. Вот к стене прислоняем. Все просто идеально ровно. Хотя вы сами видели, самокат чуть ли не до потолка отстрелил потом. И упал на одну ручку. В слоумо вставляем. Братан, как зовут? Федя. Федя? У тебя шкурка просто бомба, честно говоря. Сердечками и рулевая с пальмами. Братуха, респект тебе большой. Спасибо. Ты делаешь вклад в огромное движение. Он садил! Он садил! Это все благодаря Владу Данилову. А почему благодаря нему? Чего мы пендрим за трюки? Влад, трюк с первой в один кадр, пошел. Томик говорит, он очень сильно устал, с фронтфлипа сейчас в конце упал. Мы идем кушать, я ему проставляю, просто стол накрываю. А я кофе пью. Я засираю Петю память. Я знаю, что это никуда не пойдет. Осип, привет. Давай, я тебе возьму все, что ты хочешь здесь. Вот вообще, что угодно. Я ничего, воду возьму. Иди заказывай. Влад.
ты по воле случая можешь тоже взять себе все, что угодно. Я сегодня проставляюсь, братан. Петя Бондарь, вот. Но, пожалуйста, научись одевать футболку Рейдек. Это вообще. Спасибо, Петя Бондарь, большое. Че купил? На этот раз разошелся, да, братан? Да. Ё-моё, сырная палочка. Друзья, на этой ноте видео подходит к концу. Я надеюсь, вам очень сильно понравилось. С вами был Петя Бондарь, Артём Пинкрат, Влад А4. Был магазин Ride Action с вами. Вот этот склад. Что? Все, приедем. Блин, Влад, тебе так идет? Вот это... Офигеть. Ты кушаешь в шлеме, да, на всякий порядок? Да. Вдруг что упадет? Да, я понял. Все. Давайте, всем пока. До встречи в новых видосах. Пока.